tu, dapa. Маски снимать? Я думаю, что снять. Давайте зайдите. За линию или перед линией? Как вам больше нравится. Видно? До конца! Хорош, нет? Вот сейчас хорошее решение. Там так быстро сблизился и опять принятие хорошее. Принял хорошее решение. Супер. Уверенно, так, так. И всем все понятно. Умница. Опа. Сегодня наши участники, главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов и защитник Георгий Джики. Ну, что касается Жиркова, я не могу точно диагноз вам сказать, но боюсь, что, ну, это Безуглов скажет, как это сказать, в прессе, но боюсь, что Жиркова мы на весь турнир потеряли, это раз. Ну, что касается давления, то понятное дело, да, у нас большая страна, и у всех есть право высказать свое мнение, что касается и журналистов, и болельщиков. Но я отвечу на этот вопрос немного по-другому, потому что после проигрыша от Бельгии, да, поступало очень много смс-ок мне и многим другим ребятам со словами поддержки, со словами то, что у нас все еще впереди, все, что ребята, мы за вас, и давайте, давайте, мы только вместе с вами. И хочется, прежде всего, говорить о положительном и о таком моменте, за что, конечно же, мы все очень благодарны тем людям, которые поддерживают нас и верят в нас. Несмотря... Вот вчера Ольга Бузова пришла в студию Матч ТВ и очень долго говорила о своих пожеланиях сборной России, что она хочет прийти в раздевалку, дать нам путь, и еще она сказала, что Лиги очень большой фанат. Видели ли вы что-то из этого? И правда ли вы, что вы фанат Бузовой? Ну, я, честное слово, не смотрю телевизор. Когда турнир идет, я вообще не смотрю, только пока никто не обижается.
Единственное, что я смотрел немецкое телевидение, потому что там студия была, где мне надо было узнать, что они как раз по нашим соперникам говорят, и вид со стороны, как говорится, да, чтобы информацию от третьих лиц, что ли, получить и понять, в правильном ли направлении мы думаем или нет. А все остальное я не смотрел. Мы рады, что за нас болеют. Передачу эту я не смотрел. Ну, естественно, мужскую раздевалку женщину мы пускать не будем, потому что рядом сидит Джики, который должен концентрироваться на ее, а не отвлекаться на красивых девушек. Спасибо, Дима. Но передачу я не смотрел. Вы болеете за нас. Кстати, вот до этого был вопрос по болельщикам и по критике. Ну, во-первых, критика абсолютно заслуженная. Во-вторых, даже после побед критика бывает, и она опять заслужена, бывает иногда. Поэтому здесь надо и одних, кто нас критикует, и других, которые поддержат, поддержать, что ли, что обе стороны правы, потому что за нас болеют, и, естественно, наша задача перед ними реваншироваться, что ли. Спасибо за вопросы.